такие вот легенды, вот как Леонид Паркевич, которые действительно являются народной легендой. По крайней мере, когда приезжаешь ты к нам в гости, все бабушки просто падают, когда тебя видят, а это и есть как раз вот эта вот легендарная вот эта известность. Спасибо. Вот мы очень счастливы, что ты принимаешь участие в нашем проекте «Народ», потому что мы тебя действительно считаем народным, нашим достоянием, нашей легендой национальной. И очень хорошо, что ты приехал наконец из Америки и живешь, и работаешь здесь. Мы очень рады видеть. Спасибо. Я представила его очень романтичным, задумчивым. Вот. Видно по нему, что он очень любит читать. Ну, наверное, вот из этого и вырос образ человека с книгой, так как человек с книгой – это очень мудрый человек. Человек достаточно публичный, и работать на камеру он как бы уже умеет. Наверное, немножко сложно выбрать более живые позы, потому что он знает, как он лучше выглядит, какой у него самый выгодный ракурс. И, естественно, хочется картинки получить в неестественном для него ракурсе, но также красивом. И мне больше всего, наверное, понравилось, когда он улыбается. У него прекрасная, живая, естественная улыбка и голубые глаза, которые нам сегодня заменяли небо. Прекрасно. Будем надеяться, что хорошие съемки, прекрасный проект. И вообще все это как бы нам на пользу всем, я так думаю. А вот герой, ваш герой, которого мы вот фотограф увидела, как он себя чувствует? Мне нравится. В общем-то, я тоже как бы представлен каким-то там писателем или романтиком. Я, в общем-то, сам романтик немножко и сам пишу тоже. Кое-что уже написал, так что все идет как мое быть, як мое быть. А вот дизайнерские работы у вас на этой? Мне очень нравится. Все здорово, все по теме, все сделано, очень профессионально. Спасибо дизайнеру.